Всем привет, с вами Давид Ильич. Сегодня на обзоре быстрая USB-флешка с AliExpress от бренда MoveSpeed, серия VPro объемом 256 гигабайт, и данная флешка со скоростью 1000 мегабайт в секунду. Кстати, данную флешку можно купить по хорошей, привлекательной цене. Ссылочку оставил под этим видео. Ну что, вы уже увидели распаковку данной флешки. Вы увидели, что в комплекте у нас, как обычно, есть чехольчик, удобный для переноски, если вы любите чехлы. Минус здесь в том, что вот эта вот кнопка, она снутри тоже металлическая и вашу флешечку может царапать. Но самое главное, конечно же, это USB-флешка 256 гигабайт, скорость 1000 мегабайт в секунду, которая развивается при подключении через USB 3.2 Gen 2 интерфейс. Сразу же видим такой же режим фиксации у нас колпачков. Здесь у нас есть и стандартный Type-A разъем, и новый стандартный разъем Type-C. Соответственно, данную флешку можно использовать где угодно. На любом ноутбуке, на любом телефоне, где есть один из этих двух разъемов. Понятное дело, что максимум скорости у нас, конечно же, будет при подключении через USB 3.2 Gen 2. Что касается данной флешки, то на нее заявлена гарантия вроде бы как 3 года, но это AliExpress, надо понимать. Что касается скоростей, все будем проверять. Что касается начинки, то дербанить данную флешку я не буду. Важно лишь понимать, что все сегодня быстрые флешки, это у нас, так сказать, компактные мини-SSD накопители. Кстати, на коробке здесь написано Flash Solid Memory Disk USB 3.2. Так что давайте подключать и делать тесты. Но перед тем, как подключить и начать тесты, давайте перейдем на официальную страничку официального магазина MoveSpeed Official Store на AliExpress. Объем у нас бывает 128 гигабайт до 1 терабайта. У меня в данный момент 256 гигабайт. Цвет только серый. Куча отзывов, 7 отзывов, все пятерки, плохих пока нет, скорости вроде как подтверждаются. Что ж, очень-очень интересно. Давайте посмотрим на описание. Реклама снова SSD MoveSpeed N7000, судя по всему. Есть другая подобная флешка, но со скоростями ниже, 3 года гарантии и так далее и тому подобное. 1000 мегабайт в секунду, USB 3.2 Gen 2, если что. Есть два интерфейса USB A и USB C. Все круто, быстро, одна флешка для всего. Да, это круто. Обязательно проверим, что там у нас по скоростям. Идем вниз, 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 вниз. Все здесь у нас великолепно. Используйте чип и контроллер SSD. То есть здесь у нас внутри, грубо говоря, SSD накопитель. Достаточно компактный. И, блин, ну как же много здесь всего написано. Так, так, так. Скорости чтения, запись 1000 мегабайт в секунду. Все ограничено у нас получается интерфейсом USB 3.2 Gen 2. 5 лет гарантии и производство, завод и так далее. Вот они, наши характеристики. То же самое, 1000 на чтение, 1000 на запись. Два интерфейса, разные объемы. Давайте переходить к тестам. OTG поддерживает. Итак, подключаем через интерфейс Type-A. Флешка у нас определяется названием MoveSpeed Super. Файловая система EXFAT, как это обычно бывает. Ну и давайте смотреть, что же нам покажет утилита Crystal Disk Info. Так, наш накопитель E. Вот таким вот образом у нас определяется наша флешка на 256 гигабайт. 34 градуса на в данный момент. Хосты и чтение записи по нолям. Число включения 5, 0 часов работы. Перед нами абсолютно новая USB флешка. Ну и давайте запустим CPU-ID Hardware Monitor. Пока на старой версии. И посмотрим, сможем ли мы отслеживать нагрев нашей флешки здесь. Да, можем, супер. Но значит, пришло время переходить к тестам в AIDA64. Через хранение данных, что мы здесь с вами увидим? А ничего интересного. Так, датчики. Смотрим, что по датчикам. Датчик вроде как определяется. Ну и давайте запустим тест обкатку нашей флешки. Это у нас линейная запись AIDA64 на всем объеме. Видим, что у нас здесь контроллер от Silicon Motion. Запускаем и ждем результат. Итак, тест у нас подходит к концу.
86 градусов в максимуме у нас показывают датчики. Трогаю флешку в данный момент. Да, горячая, пока терпит рука. Блин, ну действительно флешка горячая. То есть то, что внутри у нас контроллер от SSD, я думаю, здесь все так действительно и есть. Что касается графика. У нас есть 5%, где мы видим максимальную производительность в районе 900 мегабайт в секунду. Потом скорость снижается где-то до 220 и держится на этой отметке. 210, наверное, будет так. Так что пока вроде как все нормально. Для USB флешки в любом случае здесь результат у нас достаточно хороший. Пусть и есть вот это вот снижение производительности, которое точно не связано с перегревом, потому что флешка у нас в самом начале вообще не грелась. То есть я ее трогал, все, где-то там процентов 10 было, ну, теплая и теплая. Сейчас, да, действительно флешка горячая, 86 градусов, ну, это прямо очень даже много. Но, друзья, давайте переходить к дальнейшим тестам. Предварительно нам нужно снова перейти в управление дисками. Здесь мы заново инициализируем и форматируем флешку, только форматируем уже файловую систему NTFS. Ждем завершения форматирования, выполняем оптимизацию, делаем паузу 15 минут и запускаю оставшиеся синтетические тесты. Кстати, флешка определяется почему-то как жесткий диск, но оптимизация здесь у нас, как видите, работает. Ну что, тесты у нас проведены, и давайте смотреть на результаты. При заявленных 1000 на чтение, 1000 на запись можно считать. Все у нас здесь полностью подтверждается. 26 мегабайт в секунду на случайном 4К чтении. Для USB флешки это великолепный результат. VS SSD Benchmark у нас 757 баллов. Для USB флешки, опять же, быстрой USB флешки, это тоже нормально. VATO Disk Benchmark у нас на чтение 12 мегабайт в секунду, на запись 22 на мелкоблочке. Да, маловато по чтению, хотелось бы побольше. Опять же, перед нами USB флешка. Ну и если мы посмотрим на 3D Mark, 956 баллов, отличный результат для USB накопителя. И PC Mark 10, быстрый тест, 974 балла, тоже хорошо. Что ж, тесты тестами, но давайте покажу вам операцию ввода-вывода. И давайте переходить к тесту на реальную скорость записи. Для этого будем, как обычно, копировать папочку рендер, объем 100 гигабайт, и смотрим. Что же в итоге у нас будет по реальной скорости записи? 700 мегабайт в секунду. Реальная скорость записи — отличный результат. Все супер. Но ждем снижения скорости после записи примерно 10-12 гигабайт, как мы это видели на тесте AIDA64. Да, 12 гигабайт у нас залетели на флешечку на максимальной скорости. А теперь скорость снижается до 200 мегабайт в секунду. И на этой отметке, я думаю, будет держаться до победного конца, судя по тому графику, который мы с вами видели в AIDA64. Что ж, давайте подождем на всякий случай завершения записи первой папки. Потом посмотрим, что будет дальше. Да, собственно, у нас ничего не происходит. Все так же 200 мегабайт в секунду скорость держится. Не вижу смысла дальше ждать завершения записи. Лучше мы удалим все записанные данные и сразу же выполним оптимизацию нашей быстрой USB флешки. Отлично, сделаем паузу 15 минут для того, чтобы запустить вот такой вот интересный тест, H2 тест, посмотреть, как флешка ведет себя на записи и чтении. Собственно, общая скорость чтения, общая скорость записи на всем объеме для тех, кто не верит в объем, и для тех, кто просит делать вот такой вот тест. Так, вот так вот мы все это дело разместим. После 15-минутной паузы оптимизации, которую мы сейчас сделали, запускаю тест на чтение и запись. Вот на нашем накопителе Е. И ждем результат. В итоге тест у нас завершен, и давайте смотреть на результаты. Понятное дело, что скорость записи у нас 205 мегабайт в секунду. Все это связано с тем, что скорость после 12 гигабайт у нас снижается. Здесь вопросов нет. Запись всего объема у нас занимает, грубо говоря, 20 минут. Что касается чтения. Здесь мы с вами видим цифру 578 мегабайт в секунду. И это связано в первую очередь с нагревом данного SSD. Во-первых, сначала у нас идет тест записи непрерывный, где SSD максимально разогревается, потом идет чтение. Так что на этот параметр я бы, наверное, внимание здесь не обращал, а обращал внимание именно то, что мы с вами видели на тестах. Вот, например, вот так.
собственно, такой результат. Объем целый, объем соответствует тому, что есть. И флешка показывает себя очень достойно. Кстати, чуть не забыл, давайте попробуем определить контроллер нашей USB-флешки при помощи утилит от Вадима Очкина. Это будем делать при помощи утилиты SMI Flash ID ATA, наш накопитель 2. И вот здесь мы с вами видим, что контроллер у нас здесь SM2320. Ах да, и разъем Type-C здесь тоже работает, показывает те же в принципе скорости, так что здесь никаких проблем теперь нет. Ну что, тесты сделаны, результаты получены, и результаты у нас полностью подтверждены, все заявлены производителем скорости. Неважно, подключаете вы через Type-A, либо через Type-C, все у вас работает. Да, здесь у нас внутри стоит контроллер от Silicon Motion SM2230, и да, друзья, здесь у нас есть SLC кэш, где у нас максимум скорости 700 мегабайт в секунду, на тесте реальной записи, в синтетике 1000 у нас полностью подтверждена. Ну и после записи примерно 12 гигабайт у вас скорость снижается до 200 мегабайт в секунду, и на этой отметке будет держаться. Кто-то скажет, блин, а что за снижение, блин, что за низкие скорости? Это все равно высокие скорости для USB флешки, так что здесь у меня лично претензий нет. Что касается остальных синтетических тестов, там в принципе все то же самое, так что флешка себя показала достаточно хорошо. В этот раз у нас Type-C интерфейс рабочий, нормальный, без каких-либо проблем. В этот раз все у нас работает и все максимально быстро. Да, данная флешка у нас нагревается, да, это неизбежно, потому что внутри у нас компактный SSD накопитель. Ну и данная флешка подойдет под абсолютно любые задачи, даже 200 мегабайт в секунду после заполнения SLC кэша, где скорость 700, вполне достаточно для абсолютно любых задач, так что смело можно покупать. Ну а на этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт Pro SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока!